И снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики. С вами снова я, не первый, но не последний, московский видеоблогер. И вы находитесь на канале «Московский обжора». И сегодня уже на улице 30 октября 2018 год. И несмотря ни на что, а сегодня в Москве выдалась очень пасмурная и противная погода, местами такой легенький снежок, но правда сухо. И несмотря ни на что, я снова взял себя в руки, а на улице сегодня такой довольно-таки легенький морозец, такой, правда, легенький. Я снова взял себя в руки, подпоясался как надо, оделся, собрался, умылся и поехал с нетерпением за покупочками в очередной раз. А знаете куда? В Ашан. И я уже только что приехал домой и сейчас хочу с вами поделиться своими покупками. Так, я сегодня такой приезжаю в Ашан, захожу в него и начинаю ходить, бродить по Ашану. Смотрю, ребята, сколько же там опять всяких акций, дегустаций, анимаций, суперакций. Вообще, там уже такие красивые стоят, а такое художественное, анимированное оформление тыквы такие стоят, такие, знаете, оранжевые, зрелые, красивые. И художники сделали в них глаза такие треугольничатые, нос. Ну, это потому что завтра Хэллоуин, праздник, вот. И вообще хорошо, много всяких там акций, вообще, чего там только не было, ребята. Но хорошо, правда, народу было мало сегодня, потому что сегодня еще будний день, да и я поехал в такое время, когда там народу еще немного. И мне надо было сегодня купить снова куриное бедро. Там бедро было у них в двух видах. Это самое каждый день и вот такой вот. Я решил взять вот такой вот. Это вот части тушек цыплят, бройлеров. Так, бедро особое, охлажденное. Что очень радует, здесь написано Госветнадзор. Годен до апреля, до 4 ноября 2018 года. Так, каждый день там, я не знаю, не помню там, чьи они были. А я вот такие вот решил сегодня взять. Называется ООО «Лиска Бройлер». То есть адрес Россия, Воронежская область, город Лиски. Вот. И что я хочу сказать. Вы можете поставить на паузу и почитать. Пожалуйста, ребятушки, вы можете поставить на паузу и почитать. Здесь 893 грамма. Вот. И цена за 1 килограмм этих бедрышек составляет, а бедрышки подорожали, так же, как и окорочка. Цена за килограмм составляет 131 рубль ровно. У меня здесь 893 грамма. Умножаем и получаем. Вот за этот лоток я отдал 116 рублей 98 копеечек. Так, дальше. И это еще не все. Я купил две подложки. Вот, эту вы видели. И вот вторая подложечка. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот, вторая. Так, вот, раз подложка. И вот вторая подложка. Вы можете поставить на паузу и почитать. Все, в принципе, то же самое, но только здесь вес немножечко, так, немножечко побольше. Вот, видите, 917 граммов. Так, и поэтому эти 917 граммов мы с вами также умножаем на цену за килограмм, которая составляет 131 рубль ровно, и получаем. Вот, за эту красоту я отдал 120 рублей 13 копеечек. Ясно, да? Так, эти у нас бедрышки куриные отправляются незамедлительно. Знаете куда? В холодильник, в морозильную камеру. Так, дальше. И там же, естественно, в Ашане я сегодня купил от фирмы «Каждый день» снова вот такую вот капусту брокколи. Там капуста еще была у них развесная, на развес. Но я вам всем настоятельно рекомендую по возможности брать в упаковках. А знаете почему? Да потому что здесь уже вы знаете, что вот она, например, свежая. Вот у меня тут написано дата, когда ее сделали, 18 октября 2018 года. Да? А если вы купите на развес,
там уже вы не знаете, свежее оно или нет. Да и вообще, говорят умные люди, по возможности ничего не покупайте на развес. Не только капусту, брокколи, это касается любых заморозок. Будь это картофель, какие-то там фрукты, ягоды, овощи, лучше все брать в упаковках. Да, в упаковках дороже, но зато чище. А там это вам решать, и у каждого из нас разный кошелек, поэтому у кого-то он толще, у кого-то тоньше. Но вот я решил расколоться и купить вот такую вот хорошую капусту. Так, и цена, значит, за эту капусту брокколи, в которой 400 граммов, а точнее вот за эту пачку, составляет ровно 58 рублей. Вот, и поэтому я купил сегодня целых две пачки. Вот раз пачка, и вот вторая пачка, две пачки, вот. Так, ясно, да? Вы можете поставить на паузу и почитать. Вы видите, да, 400 граммов. Так, и очень свежие, видите, да, свежие. Ешьте больше капусты, брокколи. Капуста, брокколи очень полезная для нашего с вами организма. А вообще все нужно это кушать, употреблять, все можно, но только в меру. Вот, все, так, убираем в холодильник, а то уже тает она. Ребятушки, вы сейчас от зависти с ума сойдете. Мне сегодня очень крупно в Ашане повезло. Там продавался вот такой вот хороший майский чай. Из крупного листа корона Российской империи. Это цейлонский черный чай. Здесь 100 пакетиков. Что я хочу сказать. Он сегодня у них в Ашане в честь этих всяких праздников продавался с очень большой скидкой по акции. Так, цена за этот чай составляет где-то за пачку очень дорого, где-то там плюс-минус, грубо говоря, 180 рублей, но сегодня я его купил с очень большой скидкой. И это еще при том, что он очень и очень свежий. Сейчас я вам даже покажу. И отдал я сегодня вот за эту пачку, вы сейчас в конце отдадите, всего лишь 99 рублей. Ну, грубо говоря, 100 рублей. А езжайте в деревню, в ту же сельскую местность, куда-нибудь там, я не знаю, на дачу, вы в сельмаге такой чай купите, рублей за 200 с чем-то. Это я вам честное слово говорю. У нас так, там так, он очень дорого стоит, больше 200 рублей. Да какой там 250 или 270, ну, очень дорого. А я вот купил всего лишь за 99 рублей. Вы можете поставить на паузу и почитать. Чай, кстати, это неплохой. Тоже как-то, я помню, его проверяли, вроде сказали, хороший. Золотые традиции вкуса. Вот, это майский, вот, престижный чаечек. Вот, видите, какая пачка большая. Вот, вы можете поставить на паузу и почитать. Вы видите, да, что я вас не обманываю. Чай очень свежий, свежей не бывает. Вот, состав цейлонский черный байховый чай. Ну, вот, в принципе, вот, все, кому интересно... Хотя, что здесь интересного, здесь вот такая вот картинка красивая. Вот, видите, такая под старину. Вот. Цейлонский черный байховый в пакетиках. 150 лет уже, видите, считается этот чай лучшим в России. Вот. А вы говорите, что я бомж. Вы завидуете мне, завидуете. Вы очень завистливые люди. Как вот говорят у нас, собака на сене. Собака сама сено не ест и козе не дает. Так же и вы тоже. Вам некуда девать ваш негатив, вашу желчь. Вообще, это, конечно, болезнь у вас какая-то, ребята, психическая. Это я вам как психолог говорю. Вот, то, что кто хейтит все время меня, нормальные люди не будут меня хейтить. Это просто у вас очень много свободного времени. Вам делать нечего, вот вы меня и хейтите. Так, от зависти. Так, дальше, это еще не все. И, ребятушки... Там же в Ашане я сегодня еще вот такой вот купил чай майский. Такой я, если честно, да, тем более в такой красивой упаковочке, в коробочке впервые вижу. Здесь тоже 100 пакетиков, и тоже он шел по акции. Стоил где-то около 200 рублей, где-то там 180 рублей, и то это в Ашане. А сегодня я отдал за него всего лишь 99 рублей, ну, грубо говоря, 100 рублей. Вот, это уже называется высокогорный майский чай. Черный чай, вот, черный чай. Так, верный чай, черный чай. И что я хочу сказать, вы посмотрите, какая красивая упаковка вообще, да? Просто суперская упаковочка. Все так красиво, да? Вот, выполнено. Вот здесь вот так вот. Так, вы можете поставить на паузу и почитать. Это цейлонский чай, это самый черный байховый чай. О, высший сорт, ничего себе. Может быть, даже надо было таких побольше понабрать. 200 граммов здесь, видите, как хорошо. 100 пакетиков по 2 грамма, вот. Красивая вообще упаковка. Сама упаковка сколько стоит, да? А, вот какой свежий, вы видите? 20 августа сделали, а годен вон, да, до 21 года аж. Цейлонский черный байховый. Это у нас делают под Москвой.
Фрязино, компания Май. Вот, ну вы видели, да? Вот, у меня уже слюнки текут. Что здесь Пушкин пишет? Что-то пишет. Здесь тучи смиренно идут подо мной, сквозь них, извергаясь, шумят водопады. Под ними утесов, ой, плохо видно, под ними утесов, ноги громады. Ты ниже моих, ты ниже мох тощий, кустарник сухой, а там уже рощи зеленые, эти самые сени, где птицы щебечут, где скачут олени. Короче, я не подготовился, и очень плохо видно. Так что прошу прощения, кому интересно, вы можете сами прочитать. Так, вот, ясно. Так что вот такой вот чай сегодня купил по 99 рублей. Вы представляете, как мне сегодня крупно в Ашане опять повезло. Вот. Чай Российской империи, вот, майский. Ну все, в принципе. Так, дальше. Куда русскому человеку без белого хлеба? Я сегодня купил батон с отрубями. 4 батона. Вот раз батон, 2 батона, 3. И вот 4 батона. Цена за один батон с отрубями составляет ровно 14 рублей. Так, дальше. И, ребятушки, я сегодня в Ашане вот такой вот замечательный купил престижный штатив, треногу. Вот такой вот универсальный. Вот, посмотрите, какой красивый. Видите? Я даже, если честно, еще его не открывал, не вскрывал. Потом я отдельно сделаю на него видео. Обзор, анбоксинг, поэтому ждите, не пропустите. Вот такой вот штатив я сегодня купил. Это средний штатив, вот. Я потом обязательно сделаю на него отдельно обзор. Вот. Такой вот штатив я сегодня купил. Так. Итого я сегодня, 30 октября 2018 года, в гипермаркете Ашан потратил итоговую сумму моих покупок, которая составила к оплате 1497 рублей ровно. Наличными я дал 1500 рублей ровно, а сдачу у меня дали 3 рубля ровно. А штатив этот стоит, знаете, сколько, мои хорошие? А, как вы думаете? 890 рублей. Ну, грубо говоря, 900 рублей. Вот такой вот штативик. Это не реклама, боже упаси, это очень такая хорошая фирма. Мне она очень нравится. У меня я чехол покупал для планшета от этой фирмы. Очень клевый чехол. Вот такой вот штатив. Видите, тренога. Универсальный. Давно я хотел купить все это. Денег было жалко. А я же ведь блогер, поэтому вот купил. И еще к нему дали это в подарок там это самое сумочку. Вот, видите, тренога называется для камеры. И вы не поверите, максимальная нагрузка до 2,5 килограммов. А камера там, что у меня будет весить, там 200 грамм всего лишь, там плюс-минус. А сам штатив весит 590 граммов. Минимальная высота ножки сложены так 41 сантиметров, а максимальная высота ножки выдвинуты 128 сантиметров. Разнонаправляемая ручка для наклона и управления и защитная транспортировочная сумка. Видите, как здорово? Вот, куда лучше. Так что завидуйте молча. В тряпочку, в сухую и неглаженную. А я вот блогер, купил себе нужную вещь. Поэтому ждите, на моем канале еще будет очень много различных всяких фишек, обзоров смешных на различные вкусняшки, обзоры из разных магазинов на всякие тоже продукты. Вот такой вот я бомж. С ваших мерзких слов. Состав, видите, металл-пластик, вот, АБС. Делают это Китай, а с этой, с Францией вместе, вот. Где тут написано-то? Где-то я видел, Франция. А, вот, по-моему, сейчас. Ну, где-то я видел, ладно, это бог с ним. Потом я сделаю отдельно и покажу вам, какой мне к нему чехольчик дали в комплект и все такое. Ну все, ребята, не болейте, не хворайте и не забывайте подписываться на мой канал. И пусть у вас все будет шито-крыто, как у меня. Все, пока.